На 2 месяца в СИЗО-1 такую меру пресечения суд определил блогеру Эльмиру Садыману. Его подозревают в разжигании межрегиональной вражды во время одного из эфиров на его странице социальной сети. Начато досудебное производство по статье 313 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды, розни» Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Садыманов, 1997 года рождения, был задержан 17 февраля оперативниками службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции Октябрьского РУВД. Предположительно, вот этот эфир стал поводом для возбуждения уголовного дела в отношении блогера. Там Гольский, там, я не знаю, там Таласский, либо Нарынский, они так пишут мат, что аж тебе обидно становится. Вот Ужский, хуник, да, пишу какие-то странные слова, в рот, как узбеки, и не хочется с ними даже общаться, вот. Акамака, сакамака, лякалякамака. И понимаете то, что хуй тосят, и внизу, сделай пиарака. Просмотрев вот конкретно вот одно из его видео, мы видим, что он высказывается о своих хейтерах, которые, на его взгляд, не умеют в кавычках правильно материться. Но можно ли это расценивать как призыв к межрегиональной розни? По мнению экспертов Института медиаполиси, нет. И уголовное преследование за некорректно высказанное мнение – слишком жесткая мера. Вопрос еще и в том, насколько соразмерные меры наказания, в зависимости от сказанного, предусматривает законодательство. Возможно, государству, правоохранительным органам уместно было бы провести разъяснительную работу, сделать предупреждение, да, чтобы он впредь как бы, ну, был предупрежден о том, что есть уголовная ответственность за возбуждение межрегиональной вражды, да, если впредь в его высказываниях будет признак вражды, да, мы должны на этом акцентировать внимание, потому что все-таки в его видео, да, в его прямых эфирах больше идет его отношение к хейтерам. Да. Сам же блогер принес извинения 4 февраля, за 2 недели до того, как его задержали. В эфире я обращался к моим только хейтерам. Я никак не хотел задеть вот ваши чувства и разделить на трайбализм, типа, о, юг, либо север. Блин, давай, братан, я без этого. Текста нормально, возьмем все земля, это не чем надо сначала. Чин бұл жерде текст жазылып тұрды, бірақ өзім сөзіммен айтайын деп шештім. Кешірім сұраймын. Менің қатаңшылық кетті, қандай десем, сөзден жалынған тұрбайды деп қойды, ошондай эле сияқты мен тарапымда болып кетті. Мен сөзде емес, мен бұл жерде қандай десем, атың шықпаса жер өртте деген сияқты болып қалды. Мен ошондай болып кетті. Мен инсан қатары жаңылдым, кешірім сұраймын. Өйткені мен осы жергесінде мындай толтыра туғандарым бар, толтыра достарым бар, таныш коллегаларым бар, алармен барына жақсы мамиледемін. Теперь блогеру грозит до 7 лет лишения свободы.